Всем привет-привет, дорогие друзья, с вами Никс, и мы продолжаем играть в Crossout. И сегодня вы будете в шоке, потому что я хочу нажать сборку. Кстати, приятного просмотра и ставьте лайк, поддержите мой канал, подпишитесь на него. Так, все, вроде бы сказал. Так, я хочу в режиме сборка, знаете, что сделать? Просто нахер. Во-первых, удалить вот эту часть. Дальше дробовики эти, потому что они не нужны. Не нужны эти дробовики. А кому они нужны? В принципе, да никому. Так. Уведомление какое-то пришло. Так, у меня еще вот тут вот почему-то вот какая-то ерунда стоит. Так, давайте в режиме партизан. 160. 250. Хорошо, здесь это нормально все. Колесо поворотное малое. Угу. Так. Может нам... Это что, вот ремкомплект старт... нельзя. Хорошо, хорошо. Я, честно говоря, вообще не знаю, что как тут. Но попытаюсь разобраться с этим. У нас кузов спринтер. Нет, не надо нам. Кузов у нас все нормально там стоит. Вот... Поставлю, наверное, аккорд у нас один только есть. И тогда шершни еще поставлю. Дробовики мне в комментариях написали, что это полная херня и полная чушь, поэтому они нам не к чему. Так, лафет. Прокасный лафет для установки орудия простреливается насквозь. Нам же можно что-то поставить, получается. Вот, то бишь, сделать это вот так вот. Смотрите, сейчас. Вот, получается, сверху его ставим. А, он маленький, он, наверное, для этого кузова спринтера, наверное, подходит. Ну, тогда... А это тоже, да? Угу. Блин, как бы не было сложно, но я хочу, блин, собрать все-таки вот что-то свое. Ну-ка, вот... А что, зачем окно-то мне крыло? А крыло, видите, можно его развернуть или оно... А, вот же написано тут, как, чего. Q. Ага, вот. А мне надо вот так вот получается. Так, все ровно встало. Нет, не ровно. Так, вот теперь ровно все. Так, отлично. Соответственно, у нас здесь тоже ничего нету такого, но можно присмотреть. Тесак я в любом случае оставлю. Может, у... блин, у меня их, кстати, два. Может, впереди и сзади поставить? Или это дерьмо будет? А может, спереди два лучше? Давайте спереди два поставим. И будет уже хоть что-то. Так, угу. Сюда, значит, раз. Сюда, значит... Так, его надо развернуть только. Вот так вот сделать. Во. По-моему, тачка огонь уже что-то хоть похожее на зло. Так, дальше. Подножка нахер нам... Так, ну... Блин, я не знаю, нужна нам подножка, нет. Теперь ставим два аккорда. Просто сейчас жестко. Вот. А почему он вровень-то не становится? А, он не поставится, да, вровень, наверное. Ну окей, вот так вот. Не очень, конечно, но пускай вот так будет расположен. Теперь шершень. Я не знаю, куда его можно разместить. А у меня нет, да, никакой подставки, вот, чтобы я вот туда вот... Давайте взглянем на это. Есть ли у меня какая-то подставочка? Так. Есть подставка, нет. Ну, чтоб туда вот вниз-то... Пустить 22 очки мощности. Борт фургона. Деталь, отлепленная от фургона, повышает прочность машины. А можно ее? Ага, положить ее, по-моему, нельзя. А, Ctrl-Z. Это назад, типа. Бля, зачем это сделал? Ну, видимо, нельзя.
Видимо, нельзя все-таки. Надо вот такой кузов тогда, чтобы я смог поставить, получается, этот пулемет. Еще один. Так, аккорд, я уже ранее сказал, будет стоять здесь. И тогда еще один шершень будет стоять вот здесь. Я думаю, конечно, все на открытом виду. Возможно, у меня сразу их будут отстреливать, но ничего страшного. Так, вроде бы все. Такое начало, сборка сразу же. Ну, потому что я действительно задумался сменить все-таки эти дробовики, потому что они нахер не нужны. И от них мало пользы. Вот. Поэтому вот такая вот машина на сегодняшний выпуск. А может, там в следующем будет уже другая какая-то. Не знаю, не знаю. А, кстати, я забыл. Куда ж без этого-то? Куда ж без этого-то? Куда ж без раскраски? А, растворитель, это что он делает? А, он так делает, типа, краску стирает. Тогда красим. Красим все элементы, получается, с кузова зеленый. Так. Нет. Он меня покрасил не то. Блядь. Печально. Да покрась ты уже другую сторону-то. Боже, мне вот это надо. Все, спасибо. Так, теперь крыло. Ты все покрасил. Отлично. Так, а вот это не красится. А вот эти можно покрасить? Да, тоже. Давай, тоже их. Так, а вот это что? Тоже зеленый. Все, отлично. А колеса у нас будут голубыми. Блять, что я сделал с этой машиной? Ой, господи. Ну, уже что-то. Все, отправляемся в бой. Погнали. Так, бой найден. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали, чуваки. Господа, у меня сегодня зелено-синее настроение. Так назовем это. Все, я готов. Как всегда, до победы голоден. Вот, поэтому я готов сразу выносить сейчас кузов. Ух ты ж, ё-моё. Ебать, что за сборка у него жесткая. А у него реально жесткая сборка. Ой, ё-моё, тут их... Так до хера. Тихо-тихо-тихо. Надо, чтоб... Вот, все, отлично. Ох. Давай. Что происходит на этой территории? Враг на базе, вы что, идиоты? Давай, мочи. У меня что-то отлетело, не знаю пока, что там отлетело, потому что я сейчас сконцентрирован на игру. Все, давай, пока. Отлично, поддержка огнем, но я хотел бы не поддержка огнем, конечно же. Так, еще где? Опа, вот это у тебя конструкция, чувак. О, я горю. Мне надо срочно валить. Помогите, блин. Почему вы мне не можете помочь? Я горю. А что в этой ситуации делать? Я обстреливаю как могу. Блин. Сколько нас? Четверо, их двое. А, трое. Блин, я без колес. Помогите, пацаны. Блин, все-таки взорвали меня. Сука. Взорвали. Давайте глянем на этот бой. В чью пользу он все-таки завершится. Я очень бы хотел, чтобы мы все-таки выиграли. Блять, они оба горят.
Еще третий вот целый остался. Красавчики. Все, последний остался у них. У нас еще трое. Нормально, кстати. А нет. Это уже что-то с пушкой, походу. А, он без клёв, блядь, стоит. Да. Слушайте, он какой-то мощный такой. Победа. Все, отлично. Первая победа. Отлично. Новый уровень. Получена репутация. Супер. Что по заданиям, кстати? Что по заданиям? Нам сейчас новые детальки. Что это? Рабочая лошадь. Мсти. Это что? Это новые детали? Пацаны, походу сборка продолжается. Потому что нам дали докер. Смотрите, докер нам дали. Дальше нам дали мститель. 425 очков мощности. Урон у него... Ну, блин, это глупо сравнивать. Боезапас 12 штук. А, баллистика, повреждения, огромные повреждения, обладает ограниченными углами поворота. Я понял, это, видимо, как у танка. Как у танка. Так, что еще дали? Так, 65, радиус обнаружения врагов. То есть, ни хрена себе, что мне дали? Вы прикиньте, днище байки, баги. Но мне надо днище-то у минивэна. Ебать, так-то нормально, слушайте, дали. 250, но ну, это у этого также 250. Но я думаю, в принципе... Интересно, можно эту пушку испробовать? Ебать, она огромная, она просто же огромная, блядь. Куда ее ставить? Давайте вместо вот этого, хорошо. Вот сюда, блядь. Не хватает одной единицы энергии. Ну да. Если смотрите, я ее расположу, в принципе, вот так вот. А, подожди, нет, это не то. Удали, удали. Вот, ебать. Ну, дуло, конечно, тут серьезно. Блин, я не знаю, напишите в комментарии. Вот. Я просто сейчас не хочу опять облажаться, как с дробовиками. Напишите в комментариях, типа, эта пушка вообще стоит? Но мне кажется, она не стоит, как бы ее ставить. Мне потому что 12 штук боезарядов, и она, наверное, как дробовик, типа, тоже урон много наносит, но скорострельность хромает, поэтому... А хотя, подождите, вот же скорострельность написана. Сейчас сравним. Ну да, да, у них скорострельность практически одинаковая, поэтому, как бы, нет. А что у нас по чертежам? Давайте взглянем, фракционные. Так, где у нас? Вот рабочая лошадка у нас есть. То есть, вот у нас есть уже вот такая вещь. И, а давайте попробуем, ну, просто попробуем. На такой машине тогда. Я еще хотел бы узнать задание. Так, выполнить ежедневное задание. А где это ежедневное задание? Победите в миссиях один раз. Угу. Так, а тут... Два боя, нам еще один остался. Поэтому поехали в бой. Итак, погнали испытывать нашу газель, которую нам... предложили. Так, ага, вот этой вот правой, этой левой. Все понял. То есть у нас сейчас идет самонаводка. Да ладно, шучу, какая самонаводка. Чё, я уж испугался, думал, нас сзади обошли. Так, вижу. Ой, блин, не попал. Ух ты. Ой-ой-ой, я упал, я не доследил, пацаны, поднимите меня. Ух ты. Тихо, вот мой. Ой-ой-ой, мне попал. Ну да, такое. Опережение. Ух ты, попал. Блин, не попал, куда ты стреляешь? Ой-ой-ой, пушка-то это. Ё-моё, о, нормально урона нанес. Давай. Ну, почему у меня не стреляет-то? Внимание! Напережение. Хорош. Нифига.
Блять, я его снес нахуй, снес нахуй. Еба. Нормально, враг повержен, все. Но я... А, у них один остался. Ебать, я его, конечно, кузов просто снес, это жестко. Вот такие, на таких колесах, кстати, прикольно. Кстати, прикольная сборка, мне понравилась, но почему-то у нее... А, у меня... Снесли. Отлично, опять победа. Прикольно вообще, блин, мне понравилось. Когда не проигрываешь, так нравится. Так, это понятно. Тут опять какая-то миссия, видимо, доступна. Так. Ага, 100. Два колеса дали, короче. Слушайте, сборка-то приятная. Действительно приятная сборка. Только я бы, знаете, что сделал? Вот это вот очень на виду, как бы она стоит. Может, ее можно в кузов как-нибудь поставить? Не, в кузов, к сожалению, я никак не поставлю. Предложите, пожалуйста, как действительно можно вот красиво так расположить. Ну, вот так вот, если только. Вот, нас зачесался. Я просто реально не знаю. Но я бы еще сюда, кстати, бы добавил. Если вы не против, конечно, я бы добавил сюда вот тесак. Тесак бы я добавил сюда. Только где он, блин? Блин, я его найти не могу. Где тесак? А, он, наверное, стоит уже. Да нет. А где у меня тесак-то? А, вот ж, блядь, слепой. Так, давай. Не так мне надо. И не так. Так тогда поставим. И второй. Второй. Вот так можно. И этот еще раз. И вот это сюда. Вот. Вот. Уже что-то. Слушайте, прикольно. Мне понравилась действительно сборка. Неплохая. Неплохая. То есть урона реально наносит. Но с одной стороны теперь вот эта пушка на открытом пространстве. И поэтому ее сразу шибать будут. А это-то спрятано. Как бы. Это спрятано. У нее плюс еще вот здесь вот броня с самой пушки. Поэтому... Ну, если вы, конечно, подскажете, может, как-то можно действительно собрать так, чтобы, как бы, у тебя была пушка спрятана и вот эта вот скорострельная вот эта херня, вот как это называется, аккорд там или шершень. Вот. Поэтому, пожалуйста, Гигер, там, кто-нибудь еще, напишите действительно. Но мне реально сборка вот эта понравилась. Поэтому я не против, я ее готов даже улучшать, честно. И колеса тут такие, ну, нормальные, короче, проходимые. Так, что еще можно поставить-то? Что я еще хотел-то? А, я хотел же аккорд поставить. Еще один можно? Можно ли еще один? А, не хватает энергии. А, кстати, вот как тоже вот, если мне нужно, допустим, больше энергии, ее можно как-то увеличить? Или это только вот когда вот ты собираешь, то у тебя какая-то выстраивается общая энергия? И ты, получается, вот эту общую энергию тратишь. Тоже объясните мне в комментариях, потому что я вообще ни хера не знаю. Так, первые шаги. Отправляйся в бой, нажми его в режим, чтобы на карте мира... Угу. Не, тогда миссия реально вот... Нет, давайте все-таки в бой. Третий бой будет. Думаю, мы должны будем взять... Опять же, первое место. Кстати, на статистику еще не смотрю. Я думаю, может, вам интересно, там, сколько ассистов я сделал и сколько я все-таки сделал, как это, разрушений. Сколько переломал костей. Нет. Так, спокойно, готовлю свою... Блин, ну что ты делаешь? Готовим свою пушку. Удар! Блять, промахнулся, сука. Спокойно. Ща будет. Бамс, хорошо. Я как этот снайпер. Бамс. Ух ты, нифига, у него тоже пушка что ли есть. Ой, да ты куда? Блять. Смотрите, напряжение стреляет. Блять, не попал. Всем. Всем постам. Срочно, заключенные сбежали. Бам, блять. Ух, я ему отстрелил колеса. Нормально, хорош. А, мне по пушке попали опять, пацаны.
Сорян, но я походу в оборону. А, нет. А, пушка на месте. Что-то я потерял ее. Блин, пожалуйста, вот ты можешь? Блять, промахнулся. Ага, вот, вижу. Бам, враг повержен, хорошо. Хорошо, хорошо. Бам, блять, по своему что ли попал? Хорошо, два этого. Так, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Блин. Давай, блин, перезаряжайся. Давай нахер. Стреляй по пушкам, пожалуйста. Ну по пушкам же стреляю. Ё-моё, меня сейчас замочат. Пацаны, а вы чё сбежали-то? Ебать, у меня весь задний корпус просто снесли. А, у меня закончились эти патроны. Враг повержен. А, у нас басы захватывают, как бы. Ничего тогда. Я без двух передних колес. Блин, ну как же так? Нас трое, ну почему? Так, у них трое осталось. Нас трое. Причем все без колес. Самоуничтожился, что ли? А, понятно. Я понял. Я слепой. Я слепой. Я просто слепошарый, блядь. Я думал, это свой. Блядь, этот тоже наш стоит просто на месте. Да, такого я не ожидал. Награды? Да никаких наград нету. Так. Я думаю, на этом все. Так сказать, модернизировали свой автомобиль. Точнее, это совершенно новый. Новое авто. Поэтому... Вот... Такой выпуск получился. Оценивайте его. Подписывайтесь на мой канал. И в комментариях, пожалуйста, напишите все вот эти вот советы по сборке, пожалуйста. Потому что, ну, я не знаю. Потому что я хочу вот как бы поставить, а энергии нет. Или места нет. Короче, вот. Напишите в комментариях. И я вам обязательно... Точнее, я обязательно в следующей серии прислушаюсь к вам. И построим так, как вы написали. Поэтому всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-пока.